Итак, девчонки, всем привет! Сегодня мы будем делать быстрый макияж в школу. И так, давайте начнем. Я нанесу свой BB-крем от L'Oréal, своей любимейшей кистью от Sigma. Вот. И быстренько наношу крем на лицо. Так. И растушевываю кистью. Мы нанесли тон, теперь я займусь своими бровями. Я буду использовать коричневый оттенок теней от Гримас, скошенную кисточку и вот такую вот щеточку для бровей. Как бы заполним наши брови тенями. Я пользуюсь тенями, потому что мне кажется, что он выглядит более естественно, нежели карандаш. И тени намного легче растушевать, распределить на наших бровях. Затем переходим к макияжу глаз. Я здесь тоже ничего особенного делать не буду, так как это макияж быстрый. Я буду использовать вот такие вот тени кремовые от Daily Plus номер 03. Вот такой вот оттеночек. Я просто беру пальцем и наношу их на свои глаза и хорошо растушевываю. Возьму кисточку для растушевки и снова возьму коричневый оттенок теней и нанесу его немножечко в складку. Затем я возьму вот такую вот плоскую кисть от Essence и возьму вот такой вот первый самый светлый оттеночек от Naked. Первая палетка. И нанесу его в зону под бровью. И растушую с коричневым. И также нанесу этот оттенок в уголочек. Я стрелки не делаю, так как это быстрый макияж. И если я делаю быстрый макияж, то стрелки занимают очень много времени. Так что я использую только тени и тушь. Я прокрашиваю ресницы своей тушью от Essence. Вот такую вот оранжевенькую. С глазами мы закончили, теперь перейдем к нашим скулам и щечкам. Я обычно использую бронзер от Clairis и вот такую кисть Duofibra. Ну и последним моим штрихом это будет помада. Она тоже будет к цвету моего макияжа. Она будет вот такая вот беженькая. Такой вот макияжик у меня получился. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромное спасибо за внимание. Не судите строго мой макияж, так как он быстрый и, конечно же, нет никаких стрелок. Вот, и я думаю, этот макияж отлично подойдет на школу, для школы. И всем удачного дня и теплой осени. И надеюсь, вы там не очень замерзаете. И всех вас люблю и целую. Пока.